Так, ребят, наш день не закончился, еще поедем, сейчас дернем до товарища на зоне, но мы груженные, блин, и я уже на трактор нацепил ром, я, конечно, приехал бы трактором, но там стоит вопрос, если мы его не заведем, да придется тянуть домой, трактором задом, там с километр не хочется, если что, потихонечку газоном, как раз проверим наш крюк, может, вырвем нахер пол рамы, у нас такое бывает. Олежек вступает в роль, сейчас раз, ну там 6 тонн у нас в газоне, и прицепим сейчас, еще погрузим, и еще потянем дядю Витю, я отчество не помню его, а то не столь важно, ладно, я сейчас одеваю свои причандали и вперед. Так, едем мы по трассе. Да, не с руки, конечно. Лёха 80-ку не доделал. Можно было 80-м протянуть. Донин стоит. А ты где, в кузов кинул? Да. А, ну хорошо. Давай назад! Скоростя путающий, Олег. Левее бери, левее, вот там яма. Вот так, давай. Хорош. Так, ну трос у нас, этот у нас аккуратно, ну давайте, аккуратненько, что мы оттянем и все, не будем пробовать, чи будем? Да, можно перед домом попробовать. Бо я боюсь вырвать от этого хуй. Ну давайте. Перед домом, блядь. А что случилось? А серьезно, закипил ремень, ну вон отсюда стоял, блядь, ремень. На помпу? Да, закипил, блядь, заглушил. И не заводится. Не, там надо с петли вытягивать. А теперь не заведуешься. Бывает. А на карьере вы что робили? Жены? Да. Это уже его вопрос. Вот это погано. Ну так не дуже погано. Ах. Я груженный полный, 6 тонн. Да, я бачу. У меня просто я рум уже нацепил на трактор. Я б трактором оттянул. Олег, там потихонечку рушишь сейчас. Ну протянешь, и я потом запрыгну и поеду. Ну, потянем его. Ну или попробуйте с третьей. Есть там? Есть? Что-то все течет. Доедете? Да, смотрите. Все, езжайте, давай. А то ваш номер, вы мне звонили, 099, да? Да. Привет.
Да? Я запишу. Ну если что, наберете, если не доедете. Мы постоим тут трошки. Все, разворачивайся, Олег. Движуха. Так, ребят, ну вот как-то так проходят сельские будни, да помогли, и то хорошо, хоть бы доехал, но я думаю, доедет. Вот такие вот дела, ну все, спасибо за внимание, до встречи на канале, пока.